В Нефтеюганске двое детей попали под автомобили. Один из них погиб, второго госпитализировали с тяжелыми травмами. На кадрах видно, как ребенок на самокате пересекает проезжую часть по пешеходному переходу. Автомобиль не уступает ему дорогу, сбивает и останавливается только через несколько метров. От полученных травм мальчик скачался на месте. В отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело. На втором видео пострадала 10-летняя девочка. По словам очевидцев, она перебегала дорогу на красный свет. Ребенок госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом левой голени со смещением.